Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова. Проживаю я в городе Ростов-на-Дону. В суперкопилке я участвую с 24 октября 2019 года. От всей души хочу вас всех поздравить, участников сообщества суперкопилка, с наступающим 2021 годом. Пожелать вам огромного счастья, исполнения всех желаний, которые вы хотите и сами себе желаете. И, конечно же, достатка в наше нелегкое сейчас в мире время. Хочу рассказать немного о себе. В интернет-бизнес я пришла в 2013 году и начала искать на просторах интернета различные проекты, в которых можно заработать. Очень много я обжигалась и узнала про суперкопилку. Стала наблюдать за этим сообществом. Ну, не знаю, по каким-то причинам я в 2013 году не приняла в нем участие. Даже сама не могу объяснить, почему. Шли годы, я теряла много денег, продолжала зарабатывать в других проектах, у меня это получалось. И в 2019 году я вспомнила про суперкопилку и думаю, да, я узнаю, что она из себя представляет. Начала разбираться, как работает это сообщество. Поняла со временем, когда уже стала разбираться, что в этом сообществе можно выйти на пассивный доход. Оказывается, закольцовка, и это и есть пассивный доход, это главный продукт компании. И к этому стремятся все. То есть в суперкопилке через какое-то время можно уйти с наемной работы и зарабатывать только в суперкопилке. Я человек активный. Мне очень скучно ничего не делать и получать деньги. И причем, если приглашать в сообщество, вы можете получать по партнерской программе очень хорошие деньги и оплачивать не своими деньгами свой еженедельный взнос, а денежками, которые приходят вам с партнерской программы. Еще мне, что нравится в суперкопилке, что проходят постоянные акции, постоянные конкурсы, флешмобы. За это тоже можно получать дополнительный доход. Каждые 2 недели я совершаю какие-нибудь покупочки, которые покупаются за деньги, которые я вывожу из суперкопилки, потому что я уже на пассивном доходе, пошел 2-й год. И отправляю то фотоотзыв, то видеоотзыв. И получаю за это денежные вознаграждения, за которые я создаю программу взаимного финансирования. И то, что мне приходит, я отправляю на вывод. Вот так я делаю. В сообществе работает консалтинговый центр. Консультанты буквально за руку доводят до результата. После регистрации я была удивлена, что мне на телефон позвонил сотрудник суперкопилки и начала мне все рассказывать, она представилась. И, честно говоря, если бы она мне не позвонила, я бы до сих пор, наверное, не пришла в суперкопилку. Еще можно очень и очень много рассказывать про это сообщество. Замечательное, проверенное. Никогда не закроется, потому что наши вклады надежно защищены. Еще раз хочу поздравить всех с наступающим 2021 годом. Спасибо, суперкопилка, за то, что ты есть. Приглашаю и вас строить свой пассивный доход вместе с этим сообществом. А у меня с суперкопилкой это уже 2-й Новый год. Всем до скорых встреч! Время быстро идет. Вот только в прошлом году я выводила $8, а сейчас мои выплаты достигают уже 220. Это приятно. Через год будет, конечно же, еще больше.
Всем пока-пока!